Как уколоть Оргалютран? В упаковке Оргалютран уже готовый шприц для инъекции. Надо уколоть на расстоянии 3 пальцев и больше от пупка. Нужно продезинфицировать место укола и под углом от 45 до 90 градусов сделать укол. Нажимать на поршень до упора, подождать несколько секунд под кожей, и все, мы закончили. При возникновении какого-либо вопроса вы можете обратиться к медсестре. Мы желаем вам удачи!